Я тут подумала и решила, почему бы не открыть велосипедную пятиминутку с Никой Лерман? Почему бы не показать тот Израиль, который невозможно увидеть из окон машин и туристических автобусов? Тот Израиль, который скрыт от туристов. Внутренний Израиль. И внутренний Израиль невозможно увидеть даже из окон местных машин. Его можно увидеть на велосипеде. И я подумала, что на велосипеде я смогу показать вам намного больше, чем из окна машины. Вот и решила организовать рубрику «5 минут на велосипеде с Никой Лерман». Я буду ездить в различные места, показывать вам развалины, которые скрыты от туристических глаз, показывать вам исторические места, как отдыхают в Израиле, что находится внутри Израиля, как расположены поля, плантации, сады, сельское хозяйство, как устроен Израиль внутри. Так что теперь у меня есть новая рубрика «5 минут на велосипеде с Никой Лерман». Присоединяйтесь. Поехали. Как классно нестись с ветерком по утрам. Ребята, это непередаваемое ощущение. Ради этого встаешь в 5 утра, садишься на велосипед и несешься. Хорошо укатанная грунтовая дорога исчезла под копытами коров. Стадо большое, сейчас я вижу только 10% от него, потому что остальное пасется в лесу. И вот что превращается с грунтовкой. Ее просто нет, она затоптана, все становится рыхлым, поэтому надо проезжать через это минное поле, как я его называю. Потому что если въехать колесами велосипеда в коровью мину, то у котов будет паника. А все потому, что домашние коты никогда не видели коров. Они даже не знают, что это за животные. И когда ты домой привозишь запах на колесе от их помета, то коты начинают нюхать, замирать, закатывать глаза, иногда косить их. А потом начинается полундра, и с пушистыми хвостами они носятся по всему дому. На нас напали инопланетяне, на нас напали захватчики. Спасайся, кто может. Поэтому я стараюсь не наезжать на мины, проезжать осторожно. Но если даже наехала, ничего страшного, потому что там дальше пойдут пески, в песке все это отлично очищается. Во избежание паники котов, которые считают, что в их мир вторгся кто-то инопланетный, я стараюсь объезжать. Хотя это довольно непросто, здесь все в навозе. Очень часто среди полей делают вот такие зоны отдыха. Тенистые оливковые деревья и лавочки. Здесь останавливаются велосипедисты, мотоциклисты, те, кто приезжает кататься на лошадях. Вот так в жаркий день можно сделать остановку, посидеть здесь и отдохнуть. Без мусора здесь не обходится. И здесь есть мусор, разбросанные пакеты. А вид отсюда открывается на водохранилище большое. Несмотря на то, что уже конец сентября, в Израиле это считается летним месяцем. Сегодня у нас плюс 35 градусов. Это очень жарко, это в тени. Солнце сегодня будет делать из людей, которые таскаются по нему, настоящие шашлыки. Так что я сегодня предпочитаю проехать не больше 25 километров. И прямо сейчас, сделав 13, я разворачиваюсь домой. Обратно возвращаюсь тоже через пастбище. И коров уже намного больше. Точнее, фабрика для удобрений возросла. Я раньше очень боялась коров и быков. Мне казалось, что сейчас бык побежит за мной, особенно когда я езжу в красном. Меня бабушка в деревне напугала, что быки бегут за красным. Я боялась надевать красное платье и идти через поле. А видела быка и бегом-бегом. На цыпочках, чуть ли не по-пластунски, среди травы добиралась до дома.
Так это у меня осталось до взрослого возраста, пока я не поняла, что никакой бык на меня не нападет. И стала спокойно проезжать мимо стада. Хоть в красном, хоть в каком. Могу даже размахивать руками. Хотя вот бык встал и сейчас идет ко мне, наверное. Нет, не пошел. Он просто решил улечься поудобнее. Да, бычок? А, бычок?